Сегодня распакуем такой прибор. Это очиститель воздуха от фирмы Philips. Это он на помещение 49 квадратных метров. Такой вот он, небольшой. Короче, очищает воздух 99,5% от аллергии. У кого аллергия, от пыльцы, мелких волосин, пыли, выхлопных газов, клещей мелких, кошачий, от пыли, от вируса и пыльцы. 49 квадратных метров очищает. Такая вот штука. Устали, говорит, дышать пылью. Так, распаковал. Это мы взяли, наверное, вот этот бежевый, наверное, не белый, достался нам. Здесь вот кнопка включать его. Так, показано, надо перевернуть. Достать оттуда фильтры. Они находятся в упаковке. Снять фолию и опять поставить на место. Фильтры, когда забиваются, выкидываешь, покупаешь новый к этой серии. Там размер стоит 22А10. Размер фильтра. Сейчас распакую, вставлю, потом включу. Так, все. Фильтр на место поставил. Подсоединил NetGerrit. Сейчас включим. Здесь есть кнопочка включать, чтобы сам прибор заработал. Включаем. Короче, здесь еще стоит, что фильтр даже можно еще пылесосить. Очищать времени от времени. Не надо выкидывать. Выкинуть, говорит, всегда не поздно, а можно его еще очищать. Так вот. Короче, здесь у нас засасывается пыль, а здесь выходит, как вентилятор выходит, отсюда выходит, здесь засасывается снизу. Чтобы его запустить, нужно подержать 3 минуты здесь, 3 секунды. Все, отпускаем. Все начинает работать. О, вот здесь отсюда воздух идет, выходит, дует. И вот он так циркулирует, а снизу засасывает. Все, будем теперь пользоваться. Все, прибор в деле, поставили его в прихожке. Короче, здесь комната везде, чтобы циркулировал со всех сторон для пробы. Стоит он на авторежиме. Сверху загораются огоньки. Разные: голубые, там фиолетовые, розовые. 4 ступени. Ну как, больше, меньше, еще больше, еще меньше. Как. Типа такого работает он на авторежиме. Так, прошло 2 недели с покупки. Сейчас буду смотреть, открывать фильтр. Будем смотреть, сколько пыли в фильтре находится уже, засосало. Ох мой, офигеть, вот это пыли, видите сколько, это мелкие волоса, волосики кошачьи, у меня кошки, видно, что запыленный.
Так вот. Это все, чем мы дышим. Видно. Поверху. Это не только пыль. Пыль находится там внутри. А это сверху волосики. Сейчас будем пылесосом чистить. Прочищу и опять поставлю. Вот за 2 недели работы. Все, кому было интересно, ставим лайки. Не пропускаем интересного. Сейчас пылесос включу, буду прочищать.